Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. И сегодня мы поговорим с вами о луке. Но прежде всего хотелось бы сказать, что выращивают лук как репкой, севком, ну и семенами, конечно, что стало в последнее время более популярным. Если говорить о нас, то мы выращиваем лук репкой. Вот такие у нас три вида лука растут на участке. Вот такой вот желтый лучок, он такой как плоско-округлый и очень хорошо хранится. Также красный лучок, но он как бы менее хорошо хранится, как бы он уже в марте-апреле начинает пускать стрелку. Ну и очень хороший на посадку ранней зелени в теплице. И вот такой вот коричневый такой лучок, тоже очень хороший. Ну как бы все три вида лука достаточно хороши. Правда, не знаю, как они называются. Также выращиваем лук севком, но в последнее время севок стал очень дорогим и очень недоступным. Видно, говорили, что из-за неурожая. Поэтому обходимся своим луком, репкой. В этом году также хотелось бы попробовать вырастить лук из семян, то есть посадить его на рассаду, затем высадить в грунт. Ну, как бы рекомендуют садить такой лук где-то в середине февраля начинать, ну и, в принципе, в марте еще как бы позволительно. Мы в прошлом году купили лук пари аллигатор, вот такой вот, и посадили его где-то в апреле месяце. Тут поздно купили и поздно посадили, и поэтому у нас он, то есть не вызрел до тех размеров и той массы, которая заявлена на упаковке. Был таким маленьким. Но если говорить про аллигатор, то он позднеспелый, где-то 156-200 дней. Лучше как бы приобретать такие среднеспелые сорта или гибриды. Ну, вот, например, советуют каламбус, элефант. Вот, к таким лучше, наверное, присмотреться. А аллигатор, он все-таки позднеспелый. Также, если говорить о характеристиках лукопарей аллигатор, то у него стебель около 30 см длиной и 5 см в диаметре. Также он света и влаголюбив, ну и рекомендуют проводить окучивание где-то 3-4 раза за вегетацию. В этом сезоне также планирую вырастить на своем участке лук репчатый ялтинский красный. Это салатный лук, достаточно сладкий, благодаря низкому содержанию эфирных масел в нем отсутствует горечь, которая как бы присуща репчатому луку. Он среднеспелый, 140-150 дней, и масса луковицы где-то 140-160 граммов. Также купили семена лука Exhibition, это сладкий репчатый лук салатного назначения, где-то он 110-130 дней от всходов до массового полегания пера, и масса у него где-то 800 граммов. Ну, в принципе, отдельные экземпляры могут и до килограмма вырастать. То есть очень крупный, сладкий. Хранится он в течение 2-3 месяцев после уборки. И выращивают его где-то 40-50 растений на одном квадратном метре. Всегда интересно попробовать что-то новенькое. Попробуем посадить, вырастить. Ну и какие результаты будут, конечно, будем всегда делиться с вами. Поэтому, кому понравились какие-то из данных сортов лука, либо какие-то другие сорта вы знаете, приобретайте и пробуйте вырастить их у себя на участке. Желаем вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. Пока-пока!